Продолжаем программу. В Котласском округе полностью завершен выкуп аварийного жилья у собственников. Такую информацию на оперативном совещании при губернаторе озвучил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Рожин. В Архангельской области продолжаются работы по выкупу у собственников жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На эти цели уже израсходовано 3,5 миллиарда рублей. Поставленную задачу в регионе выполнили два муниципалитета – Новодвинск и Котласский округ. Котлас приближается к 100% отметке. Возводится новое жилье по программе переселения. В нашем городе строятся два социальных дома. Однако работы идут с отставанием от графика. Озвученная причина – не хватает каменщиков. Сейчас очень много у нас проектов, и все подрядные организации они не могут отдать свои, потому что они все заняты. Вот, строятся дома и в Котласском районе, и в Перегодском районе, весь округ, все занято. Заказчиком работ по социальным домам в Котласе является Главное управление капитального строительства региона. Подрядчиком выступает компания «Белый дом». Объект находится на постоянном контроле в Министерстве строительства, и, как заверяют в ведомстве, отставание в графике не должно сказаться на сроках, будут наверстывать. Кстати, по поводу подрядчиков накануне в своем телеграм-канале высказался губернатор Архангельской области Александр Цибульский. С теми, кто нарушает, церемониться не будем. Пойдем на расторжение контрактов и внесение их в реестр недобросовестных.